гол. Это же свинка Гуль. Она была убийцей. Воздушный десант. Воздушный десант. Пистолет не забрал. Не забрал? Стреляю, есть, я забрал пистолет. Всем привет, дорогие друзья. С вами, как всегда, Джуза Плей. И сегодня мы поиграем в Murder Mystery 2. Итак, начало у нас вроде бы самое простое, самое необыкновенное, но какой-то уже молодой человек, он исчез или в комнату зашел? Не знаю, пока что для меня все очень подозрительные. Опа, шериф где-то уже здесь стреляется. Где-то уже здесь. А в кого ты стреляешь, интересно? А здесь прячется кто-то, смотрите. Во, нубик стреляет. Стреляет, ты думаешь, что он убийца? Ты его подозреваешь? Или ты уверен, что это он? Ну-ка, он всех вроде подозревает. Я пошел туда. Убили. Нет, ты меня убили. Да что такое? Я пробежал же почти, что пробежал. Но почему? Что пошло не так? Подпишись на канал. Чего? Вы слышите это? Подпишись на канал Джуза Плей. Чего-чего? Кто это говорит? Это я, статуя. Говорю всем, что подписались на тебя, дурачок. А, ты что ли? Ну, спасибо большое, а еще что скажешь? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Да, ты правильно говоришь, правильно, статуя. Вообще полностью поддерживаю тебя. А еще, переходите по ссылке в описании и в подсказке. Смотрите новый канал, там есть Murder Mystery в Майнкрафте. А, да, точно, ребята, переходите по ссылке в описании, там будет новая игра в Murder Mystery. И, наверное, самые топовые крутые моменты. Обязательно зацените, а мы продолжаем играть в Murder Mystery 2. Ты чё, Пиги? А, ты чё, я... Это смотрите, у него одежда как Канеки, Кена, что ли, из Гуля. А, я понял, в чем прикол, это же свинка Гуль. Свинка превратилась в Гуля Одноглазого, кстати. Надо такую анимешку создать. Одноглазая свинка Пиги Гуль. Будет миллиард просмотров. А чё вы тут не доиграли, что ли? Чё не доиграли? А чё она как крадется? Или у нее поза такая? А, у нее поза такая, я думаю, ничего себе она крадется. А здесь чувак вообще позеленел от страха. И убийца. Ну, здесь не так много людей. О, Робзи. Жесть, он громко стреляет. Надо убавить звук. Ты чё, Робзи, зачем ты стреляешь в мирного? Вон же, убийца. А? Что, лол, что произошло? Зачем он это сделал, непонятно. Ой-ой-ой, смотри как. Оно уклоняется от всех атак. Давай, ты справишься, я верю в тебя, я верю. Давай, скачи, скачи, как будто это твои самые последние прыжки. Ну да, кстати, она доскакалась и все это. Все, она победила, мирные победили, ура. Но что-то она как-то не очень веселая. Вот смотрите, какая она грустная. Ее как будто побили и клоунский нос прицепили. Да ладно, тебе не грусти, ты чё, все будет хорошо. У нее еще гитара есть какая-то, как топор. Увеличиваем свои шансы на победу. Не на победу, на то, чтобы стать величайшим убийцей всех времен народов. Радио на всякий случай выключим, потому что я вижу, здесь уже чувак бегает с радио. По-любому он захочет его включить. Включит и будет бегать радоваться. Так, подождите, пожалуйста. Подождите, кто-то уже стреляет. Кто-то стреляет в кого-то. Надеюсь, он не просто так стреляет, а охотится там на убийцу. На убийцу охотится. Так, а мы здесь будем отсюда издалека стоять и наблюдать. Надеюсь, никто из вас здесь поблизости не убийца. Внизу вон бегают ребята, и что-то они все с синими головами, с синими волосами, и все они одинаковые. Один в один прям, но чуть-чуть отличаются. Вот эти вообще клоны просто, смотрите, что этот и вон что тот. А, у них чуть-чуть футболки отличаются, совсем малость. А я, пожалуй, здесь кругаля буду наматывать. О, кто? Не нубик же? Не нубик же стреляет? Нет. Опа! Она была убийцей, я так и думал. Хорошо, что она в самом начале меня не убила. Надо как-то сейчас забрать у нее пистолет. Я вот отсюда смотрю на нее, я вижу здесь издалека и свысока. Но она охраняет. Как бы так забрать аккуратно? Может устроить ей воздушный десант? Ну-ка попробуем. Попробуем так. Воздушный десант. Воздушный десант. Воздушный десант. Пистолет не забрал. Не забрал? Стреляю, есть, я забрал пистолет. И теперь отойдите.
Чуть не убил своего, чуть мирного не прикончил. Подвиньтесь. Где она? Где? Она же по-любому выйдет. Да не толкайся, парень, не толкайся. Иди лучше посмотри, где она находится. Я не хочу туда за угол выходить. Не, чё, я совсем сумасшедший, что ли. Я её буду здесь охранять. Ну иди сюда. Иди-ка ты сюда, я тебя найду. Я тебя найду и пристрелю. Ну, блин, а вдруг она сейчас из-за укрытия выйдет и шмальнет в меня нож? Это будет очень печально. Ну-ка, ребят, сходите, зацените, посмотрите, где она там. Где? Вот она! Черт, я промахнулся! Я промахнулся, но я понял то, что она... О, как она выжила! Как она выжила? Я не понял? Че? Есть! Она в невидимости была. Фух, хорошо, что этот парень пожертвовал собой и ее прикончил. Это было очень сложно и очень интересно. Ну так бы, смотрите, если бы он не вышел, она бы меня прикончила в невидимости. Я не знал, что у нее есть невидимость. Теперь мы будем знать. Теперь мы будем знать. Мы раскрыли все твои уловки. Главное, что воздушный ниндзя десант от Джузы сработал. Я смог забрать пистолет. Ну не с первого раза, конечно, она немножко протупила. Но я все-таки справился с этой невероятной задачей. 11%, мы до сих пор иноценты. До сих пор иноценты. Ну ладно, это третья игра всего лишь, так что я думаю, все будет хорошо со временем. Так, Дональд Трамп, не бегай за мной. Вот эта девочка, наверное, уже не будет, но она что-то лагает очень сильно, ее подлагала. Так. Вы что-то все очень-очень страшные ребята. Опа. Замес начался. Черт. Убегаем отсюда. Нет, шериф, помогай. Он находится за мной. Это охотник. Фух, уходим. Валим. Я вроде бы свалил. Нет, он чуть меня не попал. Это очень опасная ситуация. Очень. Ухожу. Валим. Куда убегать? Я потерялся. Я здесь. Фух, где шериф? Шериф где-то здесь. Или он в трубе? Я забыл, кто был убийцей. Где шериф? Я не понимаю, где-то здесь он тусуется. Фух, хорошо, я убежал от убийцы. Надеюсь, что он здесь где-то не появится. Где-то не появится, потому что он может выйти из любого места. Кто шериф-то? Шериф где? Где? Мне нужен шериф. Нужен. Так не убивайте, пожалуйста, меня. Молодые люди, не трогайте. Где шериф? Ты здесь, что ли, тусуешь, шериф? Ну, мне нужна твоя помощь, как бы. Очень сильно нужна. Очень-очень, ты даже не представляешь, как. Кажется, вот он идет. Убийца идет, шериф. Иди сюда, шериф. Шериф. Так. Нет, шерифа больше нет с нами. Или он... Куда делся шериф? Шериф куда-то подевался. Так, я, ребята, к вам. Надеюсь, кто-то из вас шериф. Кто-то из вас? Блин, откуда? Так, я ладно, постою здесь. Надеюсь, сюда не придет убийца. Кажется, шерифа убили, кажется его. Нет, не убили, шериф еще жив. Я здесь прячусь. Стою здесь. Хух, есть, шериф сработал, но что-то очень долго. Заставил меня очень сильно попотеть. Я так убегал от него, что чуть дух не испустил. Да, это была супер-мега-быстрая игра. Ну, может, она и не быстрая, но для меня она как мгновение ока. У меня вся жизнь перед глазами пролетела. Жесткий ты убийца. Жесткий. О, опять какая-то любовь здесь образовалась в виде панды, или кто это, Снежок и грустная леди. Блин, а чё так мало-то процентов на убийцу? Помогите мне. Так, Нубик, наверное, не убийца. Видео Джуза Плей. Какое видео? Нет никаких видео. Это все вымысел. Джуза Плей не существует. Это твоя больная шизофрения. Так, опа. Началось. Где-то висели, где-то. Ты что ли? Ты убийца? А? Кто ты? Не ты. Нет, вроде не ты. Нет, это где-то там дальше происходит. Где-то тусовочка дальше. А мы не... Мы не шериф. Он там бегает, всех убивает. А кто? Кто же этот опасный? Кто он? Это ты? Опять что ли ты? Не может быть. Не может быть такого. Нет. Или это девочка? Подождите, я запутался. Кто из вас? Опять это девочка что ли? Подождите, я не понимаю, кто? Опять она второй раз стала. Вот этот поворот неожиданный. Я не думал, что он два раза подряд будет. И доверился. Ну все. Вот так вот, доверяй, но не доверяй. Доверишься и проиграешь, как я.
Кто бы мог подумать, что она два раза подряд станет убийцей, а? Вот не догадался бы никогда. Ой, нормально спрятался, хорошо стоит. Но смотрите, а этот молодой человек или кто? Вот этот, он, наверное, шериф, да? И поэтому ее никто прикончить и не может, и пистолета нигде нет. Вот сейчас он ее поведет, смотрите, он ее сейчас поведет, скажет, пойдем со мной. Я знаю, где сидит иноцент. Я тебя туда приведу. Но он такой, нет. А, не, они дуэльцы хотят. Покажет он или нет? А, они этого не заметили. А, заметили. Ну, не может? Нет, может. А, и другана у своего уничтожила вместе с шерифом. Ля, вот так вот. Смотрите, матерится еще. Ай-яй-яй, какая нехорошая. Надо ее отшлепать по губам. И теперь она не знает, где гуль сидит. Свинка гуль. Одноглазый, король гулей, свинка гуль. Все, кажется, ты проиграл, грустная девочка. Вот почему она грустная. Но она близка. Она сейчас его найдет. Сейчас найдет. Но... Нет, она его нашла. Ну как же, гуль, ты должен был сражаться. Но ты проиграл. Да, повезло им, повезло. 12%, та же самая карта. И что? Почему? Я не шериф даже, не убийца. Че, игра думает то, что я все, типа, наигрался? И больше не хочу им быть? Так, подожди, а куда он исчез? Он убийца, кажется, да? И он взял инвиз. Ты убийца и взял инвиз? Или он вылетел? Я что-то не понял. Я не понял. Но он был здесь, но он исчез. Но нет, он бы уже появился. Он не мог так долго быть в инвизе. Но возможно вот этот гуль. Свинка гуль, ты идешь ко мне убивать? Не убивай, пожалуйста. Пожалуйста, 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 свинка гуль. Отстань, 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 отстань. Я лучше здесь посижу, потусуюсь, как говорится, и мне будет нормально. Так, я вот здесь вот сяду и... Нет, лучше давайте я вот здесь вот сяду и буду сидеть. За креслом, чтоб меня не видно было. А вы меня видите? Вы же меня не видите, да? Так, 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 ну никто себя не выдает. Так, Дональд Трамп, пожалуйста, отстаньте. Идите править своей страной, я здесь буду сидеть. Пиги. Пиги-убийца? Пиги-гуль-убийца, ты так думаешь? А вдруг он сейчас нас всех зарежет? Блин, страшно. Страшно рядом с вами здесь находиться. Очень страшно. Вон он бегает. Вот здесь вот, пиги-гуль. Пиги-гуль. Вот, 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 вот. Вот он идет. Вот он идет. Но он никого не убьет. Он думает то, что мы его спалим? Думает то, что мы его спалим? Так лучше давайте мы здесь потусуемся. Ой, а ты кто? Ты тоже очень опасен. Очень опасен. Хух, напугал меня до чертиков. Не-не-не, они идут в мою сторону. Вы идете в мою сторону, вы идете очень сильно в мою сторону. Подождите, 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 подождите. Кто? Он шериф. Он шериф. Гуль шериф оказался. Я думал то, что он убийца. Все думали то, что он убийца. Значит, убийца кто-то из них. Смотрите, мне кажется, здесь все. И кого подозревать? Кого? 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 Кто же? Кто же? Кто же? Кто же? А может у него фейк? Может быть у него фейк? Вот будет досадно, если у него фейк-ган. Но вроде бы не фейк, если у него был бы фейк, он бы тогда... Я не понял, он бы тогда убил. Чё, девочка, опять что ли? Это опять ты? Это опять ты, убийца? Очень подозрительно. Нет, 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 нет. Кто? Тут, а, Дональд Трамп. Дональд Трамп, убийца. Понятно, 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 понятно. Так, надо забрать как-то... Пистолет у него сейчас. Надо отобрать. Чу, я за стеной был за 3 миллиона километров от тебя. Как ты меня прикончил? Вонючий читер лагающий. Издалека убивают. Ну ладно, вроде бы забрали у Трампа пистолет. Или нет? А чё, это... Чё, Коля, ты чё, это твои друзья? А, время закончилось. Время. Ну дайте мне это поиграть. Дайте поиграть мне за убийцу. Эх, 15%. Ну... Не судьба, видимо, не судьба. Ну ладно, в следующем видео тогда точно по-любому мне дадут за убийцу поиграть. Поэтому обязательно подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну подпишись, конечно же, как ты нажмешь на колокольчик, не подпишавшись на канал, да-да-да. Ну там коммент напиши еще какой-нибудь. Ладно, до новых встреч с вами. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.